Завершая маршрут 2021 года, я пообещал Ньюргуну прислать материалы за 2 года. Данное видео – дань уважения к людям, помогшим мне. В нем собраны некоторые части эпизодов, не вошедшие в основные серии, или вошедшие небольшими кусочками. Где-то люди не хотят, чтобы их снимали, где-то разговор идет на якутском языке и непонятен большинству аудитории, где-то сюжет неимоверно затянут, а где-то мусорный звук или кадры. Из оставшегося материала я постарался скомпоновать целое, чтобы сохранить и отослать его как фото на память. Сначала думал закрыть просмотр на Ютубе, но потом решил, мало ли кто кому захочет показать, или кто-то увидит, вспомнит знакомого, пусть будет так. Хоть экстремал, хоть как. Это что, фото, да? Да. Вот они. Я видел. Вот трава и ухает. Это он был, а то они там на уровне. Бада говорит, что там будет. Геолог. Onun var bir yani bir kalıp var. Karıştırlar cazı da oldu. Bir şey var. Nasıl kalır ya? Yerim ki ne arıyor bunu? Gel yukarı bunu. İlk karı yuğun edin ne arıyor? Nasıl? Çok da kalır. Bir yere burada kalır. Çok da 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 kalır. Ну ладно, тогда иди отдыхай, да. Поспи чуть-чуть. Сейчас пешком пойду. А я подумала, что дедушка зашел. Да, ты тут куда-то, вон тут куда-то. Будем на тестере или вот она вот. Подумала, что экологи идут. Хорошо. Ну ладно, спасибо, я вас жду тогда. Всего доброго. Это
А вот эти загоны, это заборы, которые попадаются, они еще их как-то поддерживают, нет? Как вы потом? Лошади не уходят далеко, нет? Как вы потом находите? Они, по сути дела, получается, полудикие, по сути, да, где-то? Ну, это забор, это, наверное, это... Где тут идет? Ну, это выше отсюда, да? Выше, да. Ну, это Табаласка территория, наверное, нет? Они весной это, на толстах, но тут берег отправляют. Вот по тому берегу обычно заборы идут там. Там по той стороне там травка вросшая растет, чебагана называется. Они там пасутся осенью. Чебага там сено такое называется, которое лошади кормят. А как же вы, а зимой они, или вы на зиму немного оставляете, или как? Как это покормить? Сено сколько надо? Здесь нет, же сено. Мало надо. Мало? Они зимой, а зимой они где? Зимой это они сами кормят. Сами кормят, да? А забой в какое время? Забой? Забой осенью, вот. Ноябре. В конце ноября. Уже по снегу получается. Ну, по снегу. Да, по снегу. А как вы их находите? А блин, надо то. Место-то знаем. Но они же не в одном месте, они могут в другое уйти куда-то. А находите на буранах или как? На буранах. На буранах? На везде. Кто как? Сейчас-то в основном на буране. А когда находите, они... Как вы их загоняете? Ну, они-то не очень такие же дикие. Все равно приходят. Ну, они разные бывают. Ну, у вас получается сколько примерно лошадей? У нас? Да. Ну, у нас семьи сколько-то. Где-то 10. Из них на мясо в год сколько уходит? В год? Да, ну вот за год сколько? Ну да, в год где-то как? по 6, по 5. По 6 лошадей. А значит надо же 5-6 же ребят отпустить, да? Или как? Восполнение какое-то должно быть? А, ну это смотря как. Если еще больше мы оставляем там, это как, что побольше потом будет. А сдаете мясо государству или частным образом сдаете? Не, частным. Сейчас сколько всего там? По 500, по 600. 500-600 рублей килограмм конины? Угу. Ничего себе, не дешево. Ну, это... Один же ребенок где-то 50-50. Вот. Сколько он стоит? 50-50 штук. Все, я, Ген, прощаюсь. Спасибо большое. Спасибо вам. А Геннадий где? Счастлив. Ой, нет, Ахмед, вот, где? Ахмед, вот. Ахмед! Прощай. Спасибо огромное за помощь. Было приятно познакомиться.
Вот эти вот. Сразу столько раз насолов на столе. Вроде ничего не было, уже полный стол. Поездка прервалась. А киселях и вон у них. Что помогать? А, я про это забыл уже. Вроде ехали, такая туча здесь стояла. Я думал, сейчас прямо в дождь приедем. Не будете складывать, как я? Нет. Наверх, на этот самый. Теплица. Помидоры уже не вызрели, зеленые. Но зеленые есть, помидоры видны. Огурцы очень вкусные. Очень вкусные. Вот, пожалуйста, вам бриц. Арбуз. Арбуз. Маленький. Не вызревший, но арбуз. Ну и, пожалуйста, бриц, перцы. Красота. Счастливо вам, спасибо вам огромное. Ух, до свидания. Пока-пока.
Все, поехали. Ну, всего доброго. Спасибо, Ницкий.